navigateur. Oh, 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 gentil berger, gentil bergerette, rentrez vite vos brebillettes, car le loup est affamé et va vous tous manger. Luron, lurette, luron, luré. Волчьих песен, песен про Лю. Но мы как раз сегодня с этой темой все равно, как-то то и дело возвращаемся. Я хочу сказать, что я от дедушки ее впервые услышал. Может быть, когда-то в средние века она и была разбойничей, потом она перешла в учебники французского языка для детей. Возможно, он даже из учебника ее принес, несмотря на то, что жил и в Швейцарии, и Франции. Я хочу сказать, что, вообще говоря, потом Серж Тимофеев здесь со мной делал по-французски, этот язык очень много для нас сегодня значит, поэтому я готовлю вас к этому интересному эксперименту. Le loup vient de se faire penser, voyez-vous sur la chaussée, une branche, quoi dresser le nez au vent, l'œil enflammé. Sauvez-vous, gentil berger, gentille bergerette, rentrez vite vos brebillettes, car le loup est affamé et va vous tous manger. Luron-luret, описывается волк, в этой песенке описывается волк, дается портрет волка. Волк вышел из лесу, все вокруг испугались. Конец развлечения молоденьких пастухов и пастушек. Прячьтесь, он голоден, и он во всех. А на самом деле, вместо волка приходит нам певец, которого мы все тоже знаем и любим, хотя недавно получил армянское гражданство. Он поет песню про библейскую красавицу Иезавель, которую, в общем-то, там легко узнать какие-то черты старину одного из самых старинных мелосов европейской, так сказать, диаспоры. Это, конечно, не Бока, чтобы Бока так нет, но все-таки.